видео про улитку. Это улитка-звезда позирует. Такое бывает. Так. И я звезда. Сними меня. Сними меня. Сфоткай. Это. И с этого ракурса тоже. Ты посмотри, какая красавица. А теперь еще здесь. Фотомодель. Маленькая фотомодель. Подождите, пожалуйста, не могли бы вы не ползти? Откуда у вас столько соплей? Где не приползете везде сопли? Вы их вырабатываете сами? Или вам помогает окружающая среда? Подождите, но можно с вами познакомиться. Я простой парень. Я вас пожарю. Вы такой красивый кусок мяса. Ну не уходите. Какие комплименты вам нужны? Скажите, я скажу. Я скажу вам любые комплименты. О нет, этот кусок мяса собирается свалить. Кто его поймает? Его поймает ресторан Букакака. Ну ладно. До свидания. Что вы нам оставите на прощание? Что, только слизь? Вот эту слизь? Вы сдурели? Вернитесь. Вернитесь, мистер Улитка. Нам будет вас так не хватать. Что-что? А, вы говорите, у вас там детенышки. Ну что же вы сразу молчали? Можно было сказать сразу. Мы же все цивилизованные люди. Мы можем понять вашу стремительную жизнь. Кстати, улиточка, сколько вам отмерено? Сколько? 1 год? Ох, какая досада. Так мы уже не встретимся с вами в следующем году. Может, вас подсадить, чтобы быстрее было доползти? А? Нет? Вы сами доползете? Че, уверены? Вы уверены, что вам не нужна помощь? Давайте последнее фото на прощание. Мистер или миссис, как вас лучше? С хлебом или батоном? Вы любите тенек? А я люблю солнце. Ну не прячьте, не прячьте свой взгляд, свой чудесный взгляд. Ладно, мне пора. Приятно было с вами познакомиться. Огромная улитка. Не буду больше вам мешать. Препятствовать вашему дальнейшему жизненному пути. Пока-пока. Вот такое было интересное видео. С помощью друга улитки. Звони, если что. Все звезды и все хотят в YouTube, все мечтают попасть на мой канал, но могут, конечно же, не все, если у вас есть кукушка на хвосте. Счастья вам, удачи. Будьте жизнерадостными, веселыми, предприимчивыми и интересными людьми. И мы точно когда-нибудь встретимся. Будьте счастливы. Подпишитесь. Пока-пока.